Итак, всем привет, друзья! С вами снова Аквамен, и сегодня я вам покажу то, что выращивал годами ранее. Весьма интересная живность. Лобелия. Да, у нас уже была лобелия кардиналис и лобелия волнисто-листная. Сегодня у нас форма лобелия кардиналис минима, мини, small form, nano, client form, как ее только не называют. Это великолепное растение является селекционной разновидностью обычной лобелии кардинальской, отличается от нее формой и размером листьев. Они округлые и заметно меньше. Впервые было выведено в Юго-Восточной Азии в Сингапуре в районе 2004 года. В благоприятных условиях эта лобелия подарит вам довольно мелкие, плотные кустики, а не так, как на видео. Да, когда бедная лобелия длительное время ждала, пока я ее возьму и отсниму, потому что там всякие таракани таймлапсы снимались и прочее и тому подобное. И вообще, я думал, что эту лобелию я вам уже демонстрировал. Долго-долго рылся в кипе акварастительных видосов и ее не нашел. И, о чудо, вот этот вот огрызочек, он меня спас, потому что сейчас мы ее можем лицезреть. Да, на самом деле вот в таком виде лобелия получается, если ее не освещать хорошо, если ничем вообще не подкармливать, не газовать, то есть она более-менее вытягивается. Но в нормальных условиях лобелия отлично дает боковые побеги, еще более уплотняя свое присутствие. Для содержания в аквариуме желательно освещение среднесильное, углекислота и удобрительные вкусняшки. Но, повторюсь, как показывает практика, и без всяких наворотов она будет расти, даже вообще просто плавая, она будет расти даже без света, ну не совсем расти, а существовать, но так делать не нужно. Размножается боковыми побегами и делением основного стебля. В аквариумных условиях растет, не сказать, чтобы быстро, по моим ощущениям, в надводной среде растет намного быстрее, стабильнее и краше. Можно даже выращивать как растение на подоконнике, и тогда ваша лобелия сможет даже зацвести красными цветами. Очень часто используется для выращивания в голландском аквариуме, и ее можно встретить даже в меристемах. Но такая вот интересная, мелколистная, зеленое растение, которое в идеальных условиях выглядит, конечно, совершенно не так, как на видео. Но, повторюсь, будем ценить то, что мы имеем. С вами был Аквамен. Обязательно пишите в комментариях, кто содержал эту лобелию. Увидимся очень скоро в новых видео. Всем пока-пока, друзья!